Да что такое? Печка. Так. Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня у нас посылка. Ну, не посылка, коробка просто с книгами. Просто мне было не... Укулеле! В этой посылке три автора. Это Лиана Мориарти, Джоджо Моэс и Рейнбоу Роуэлл. И, кстати, в конце этого видео будет конкурс, так что не переключайтесь. То есть, смотрите до конца. Так. Это очень огромная коробища. И я такая... Так, давайте приступим, а то я сейчас затяну, как обычно, и вы до конкурса не доживете просто. Я отставлю ее вот сюда и буду почти наугад брать книги. Первая книга — это книга Джоджо Моэс. Кто на нее плюнул? Это что такое вообще? Все. Это книга Джоджо Моэс 1 плюс 1. Просто я сейчас купила все книги Джоджо Моэс. Сейчас почитаем, что тут, а что тут вообще. А, она скрипит. Слушайте. Так. Ой, сложно, блин, сложно. В общем, это что-то интересненькое. Что-то интересненькое. Потому что Джоджо Моэс. Джоджо Моэс, ага. Потому что Джоджо Моэс не может писать неинтересненько. Следующая книга. Кто же это? Это же опять Джоджо Моэс. Потому что здесь вся коробка, блин, в Джоджо Моэс. Это корабль невест. Я знаю, что тут какие-то невесты куда-то плывут. Я так гениально объясняю. Я просто не хочу читать вам аннотацию, потому что я буду делать книжные обзоры. А как бы, ну, зачем сейчас я вам буду рассказывать? Я видела ее у многих. Да я вообще, Джоджо Моэс на каждом шагу просто... Куда ни ткни, там это Джоджо Моэс, господи Иисусе. Дальше. Интрига. Серебристая бухта. Ага, вообще не знаю о чем. Талант Моэс выплескивается за страницы жанра. Трогать за душу невозможно оторваться. Моэс заставляет нас гадать, что же происходит дальше в этой любовной истории. Любовь, морковь, все дела. Ну, в общем, тип тайпикал Джоджо Моэс. Это уже третья книга Джоджо Моэс. Господи, четвертая книга Джоджо Моэс. Ночная музыка, ребята. А, люблю музыку. Люблю. Нет, я люблю не то, что кого-то там слушать, а создавать ее своими вот этими вот руками, конечно. Я ничего не умею, но сейчас я вам продемонстрирую. Надеюсь, она не расстроилась. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говоришь об одном, что нет пути обратно. Да блин! Что ты не мой лопушок, а я не твой. Да что такое? Твой Андрейка. Что у любви у нашей села. Подари-ка, подари-ка ее. Подари-ка, подари-ка ее. Подари-ка. Сильное описание, живые персонажи, отлично переданные детали времени, и все это заставит вас долго помнить эту книгу. Поняли, что вас заставит помнить эту книгу? Сильные персонажи, сильная баба. Так, следующая книга Джоджо Моэс. Че? Лиана Мориарти? Первая книга Лиана Мориарти. Ну, в смысле, из коробки. Последняя любовь Китта Тизера. Умный любовный роман с неожиданным сюжетным поворотом. Я так поняла, что самый популярный роман Лианы Мориарти – это «Тайна моего мужа». Как далеко вы готовы зайти, чтобы сохранить мужчину своей мечты? А почему она такая грязная? Это блин! Это должно быть что-то очень интересненькое. Так, следующая книга – это Джоджо Моэс. Да ладно? Хватит уже удивляться тому, что это Джоджо Моэс. Достало уже, блин. Это «Вилла Аркадия». Бомбовоз проехал, ага, хорошо. Тихий крупный городок Англии, каждый знает свое место. 1950-е годы на Вилле Аркадии, роскошном замке, построенном в стиле арт-деко, поселяются молодые художники и поэт. Их образ жизни, мужчины, почти не хватает, который пытается защитить свой сонный городок от времени. И вот теперь, почти 50 лет спустя, Вилла Аркадия возвращается к жизни нового дяди, шанс остановить ее и сделать гостиницу, и все секреты, похороненные вместе с домом, много казаться скрысают. А с виду милая такая обложка. А поэтому так вообще какая-то... Большая маленькая ложь. Не оторваться, пишет СБ Магазан. По-моему, это самая первая книга.
Лианы Мориарти, большая, маленькая. Классненько. Да что такое-то, да почему? В общем, в этой посылке мне пришли какие-то все покоробанные, помятые, блин, потертые. Лабиринт, что ты сделал? Почему они не в салафановой оболочке? Оболочке, почему, почему, почему? О, три желания, господи, мне уже оно нравится, потому что тут Линка, это Джемма, красивые 33-летние сестры-близнецы, на которых все обращают внимание. То есть три желания, 33-летние, три сестры-близняшки. Что? Роман блестящий, смешной, мудрый и теплый. Три желания, настоящий праздничный торт в виде книг. Так что, такую, я думаю, книгу стоит подарить как будто на день рождения, я так считаю. Так, и самая-самая последняя новинка. Джорджи Моррис, это «Счастливые шаги под дождем». Она сейчас просто у всех, на каждой полке, на каждом, в каждом доме, в каждой квартире, я не знаю, где-то, где угодно, но она есть. Угу. Ага. Эль, не знаю, журнал, что ли такой, пишет. Волнующий роман о взаимоотношениях матери с дочерями не позволяет оторваться от книги. В качестве закладки вам понадобится носовой платок. Опять! Опять она заставит нас плакать. Меня нет, но многих, видимо. Так, эта книга вроде не потрепанная, не покоробанная, вроде нормальная. Чё? Это последняя книга Джорджа Моррис в этой коробке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И главное, на каждой книге, кроме вот этой, написано «От автора супербестселлера до встречи с тобой». Как будто эти книги самостоятельно не смогут стать бестселлерами. Конечно, смогут! Блин, это как, я не знаю, очевидно, как, я не знаю, что. Так, следующая книга, это вторая книга Rainbow Rowell, как мне известно, первая, это фанатка, которая у меня есть. А это вообще тонюсенькая, господи. Это просто... А! То есть верность, это... Опять что-то про интернет, что-то про какие-то переписки, что-то такое все социальное, социальненькое, что должно быть интересненько и актуальненько. Слишком много суффикса «енька» или «еньк». Пофиг вообще, пофиг, пофиг. Так, дальше идет книга, последняя книга, которая, и вообще последняя книга, которая вообще самая первая, это «Тайна моего мужа», которая стала супер-бестселлером автора Лианы Мориарти. Поэтому я ее купила, собственно. Тут, в общем, речь о том, что муж одной женщины сказал, написал ей какое-то письмо, которое она должна была открыть после своей смерти. Ой, после его смерти. Но она любопытная, потому что женщина, логична. И она открывает это письмо не после смерти своего мужа. И что-то там такое хлопаясь, и все такие... Шо же. Семейные тайны, типа все дела. Итак, в этой посылочке... Раз, два, три... Четыре книги Лианы Мориарти из пяти. То есть вы можете понять, что «Что забыла Алиса» — это одна из пяти книг Лианы Мориарти, которые у меня теперь все есть. Дальше идет книга последняя, которую я купила просто, чтобы побольше подарков взять. Да, я корыстная, я жадная, я еврей, называйте как хотите. Это «Джейн Остин. Год без предубеждений» в мягкой обложке. Это потому что было очень дешево и так далее. Но у нее качество тоже чуть не очень, она вот здесь помятая. И вот тут какая-то покоробанная, но мне вообще пофиг, потому что 87 рублей, я такая, ага, В общем, гордость приближения, Джейн, вот это шрифт, вот это я понимаю, блин. Зато в ней 382 страницы. Дальше идут книги в подарок, их три. Это Мари Мадлен де ла Файет, «Принцесса де Монпансье». Опять экранизированная классика, которую я люблю. «Последняя принцесса». Что-то в этот раз меня потянуло на каких-то принцесс. В общем, Galaxy Craze. Galaxy Craze. Samsung Galaxy S6 Edge. Воображариум. Что воображариум, ребят? Тут написано воображариум. Так, следующая книга вообще просто, наверное, какой-то триллер. Потому что я испугалась, когда ее увидела. Это «Пожиратель» Лоренца Гиннелли. В общем, тут... Слушайте, сейчас все объясню, я почему я взяла. Я сначала читаю, такая пьет романтик, тогда еще аутизмом, он не в состоянии взаимодействия с внешним миром, но в его рисунках во всех подробностях запечатлелось все, что он видит. Местные подростки оскорбляют его, издеваются над ним. В тот же вечер подростки, один из этой банды совершенно бесследно исчезает под мостом у реки, осталась лишь стопка аккуратно сложенной одежды. Пару дней спустя странным образом пропадают еще двое, один из них брат Пьетро. Полиция не в силах понять, что произошло. Алиса Дем... Опять Алиса! Тебе понятно, почему я ее купила? А? Нет? Прекрасно знает этого старика.
Это персонаж юдейских кошмаров «Человек и сновидений». Пожиратель. Мрачная сказка для взрослых, сотканная из ночных кошмаров, захватывающий триллер, погружающий в темные уголки сознания, где самые зловещие страхи становятся реальностью. Оптимистичненько так-то, блин, сейчас этот паук сидит там, смотрит на меня, бесит. Ой, все, мне страшно. Так, и последнее. Это опять очередной блокнот. В общем, ребят, в этом блокноте, если у вас вдруг есть такой блокнот, вы такие, нахрен мне этот блокнот. Тут есть в конце секретные слова, которые дают вам скидку. Так что это очень полезная вещь. Так, теперь правила конкурса. Этот конкурс я провожу совместно с группой Wellhouse Cassandra. Эта группа рисует арты, то есть вы можете выиграть вот такой или такой арт, или вообще вот такой. Потому что я когда получила арт от этой группы, я была просто в восторге. Я пищала от радости, потому что, о боже мой, это же шедевр. Победителей будет трое, и всем трем эта девушка нарисует арты. Так, что нужно сделать? Первое, нужно быть подписан на мой канал, вступить в группу Wellhouse Cassandra, вступить в мою группу ВКонтакте, сделать репост записи по ссылке, которая находится там внизу. Также перейти по ссылке и посмотреть мою видеозапись на конкурс от Максима Стейбл, поставить ей лайк. И это не совсем будет репост-конкурс, поэтому это будет творческий конкурс. Вы должны выложить фотографию, специальный альбом, который находится по ссылке в описании, фотографию своей лошади или себя с лошадью, вообще не важно, и написать историю, которая зацепит администратора группы Wellhouse Cassandra, блин, я говорю как говно, чтобы нарисовать арт именно вашей лошади. Поэтому, ребята, старайтесь. Конкурс продлится до 1 сентября. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, и я вас люблю. Всем пока!